Вы знаете, есть, наверное, взгляд вот сейчас, вот здесь и сейчас, да, даже немножко страшновато, как такие два братских народа, в общем-то, сумели вот настолько рассориться. Но если посмотреть, ну, взметнуться на ситуации, скажем, вот, на десятилетие и на столетие, то можно понять, что, в принципе, и Россия, и Белоруссия, и Украина – это практически единый народ. Вот, с разными диалектами. У нас что, в России все говорят прям то чисто по-русски, ну, в одной области говорят с таким акцентом, в другой области говорят с третьим акцентом, в республиках говорят на своих языках. Вот, и вы можете себе представить, что, допустим, Курская область ни с того ни с чего стала самостоятельной, вот, потом сказала о том, что, оказывается, ее оккупировали, а потом началась война еще за что-то. Но это же бред. Вот именно такой бред был осуществлен с братским народом на Украине. То есть, если смотреть сейчас, то очень плохо. Но если посмотреть с какой-то перспективы через несколько лет, мне кажется, все устаканится. И, ну, не могут братья так долго быть и сестры так долго быть в ссоре. Все разрулится, потому что у нас очень большие совместные корни, у нас очень большие, не знаю, связи, в том числе и родственные. Вот и мои знакомые, я сам вот созваниваюсь с людьми, и в Одессу звоню, и на восток Украины звоню. И, в принципе, все говорят, что вот все в шоке от того, что происходит. Люди не могут понять, как такое могло случиться. А ведь это случилось. И я вот смотрю на свою кошку. Вот у меня такая кошка бегает, замечательная. И думаю, вот сколько бы она телевизор не смотрела, она все равно останется при своем мнении. Вот. А человек, к сожалению, это такое существо, которое слишком зависит от той информации, которая вливается в его уши и в его глаза. Поэтому, конечно, я догадывался, что роль телевидения, что роль информационного воздействия велика, но то, что можно вот так запудрить мозги, не знаю, миллионам и миллионам людей, конечно, это много, это вот даже мой личный опыт большой, насколько, в общем-то, информационно мы все подвержены, вот, и насколько мы свои мысли, иногда мысли, которые приходят в нашу голову, нам тяжело, в общем-то, отделить, наверное, от тех мыслей, которые нам навязали, потому что мы считаем их своими, а на самом-то деле ты краем глаза услышал, вернее, краем уха услышал, краем глаза увидел, и вот, а потом тебе какая-то мысль пришла, и ты думаешь, я так думаю, да ничего подобного. Вот. И для того, чтобы услышать самого себя, нужно на какое-то время выключить телевизор и проанализировать ситуацию, вспомнить, а что было 10 лет назад, как мы ездили на Украину, как Украина ездила к нам, как все было и хорошо, и замечательно. Что случилось после этого? Что случилось? Очередная, так сказать, администрация в Америке уходит на покой, и ей нужны какие-то месторождения. Ну, взяли в Ираке, взяли в Ливии, сейчас хотят что-то взять на Донбассе. Причем, насколько я понимаю, народ вообще тут даже не обсуждается. Им нужна просто территория, на которой бы добывался газ. Желательно без людей. Поэтому, собственно говоря, и дали карт-блаш, мне кажется, руководству Украины, что можно вообще не считаться жертвами и косить просто всех подряд, потому что человеческий фактор здесь вообще никого не интересует. Здесь интересует вот либо труба, по которой идет нефть, либо сланцевый газ, который можно было разрабатывать, так сказать, на Донбассе. Либо вот полуостров Крым, на котором можно разместить базы и тем самым, так сказать, пододвинуть еще ближе к границам России, так сказать. Мне кажется, что мечтают американцы о войне в Европе, очень сильно мечтают, ну прям вот чувствуется, руки чешутся, пора им получить большие военные заказы, пора им, так сказать, нагреть руки на людском горе, здесь, на этом материке, на котором мы все пребываем, поэтому все это и происходит.